Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу Аргункликс. Видео не по выводу, а просто информативное видео. Хочу вас проинформировать о том, что сделан перезапуск инвестиционных планов. Если мы нажмем план, где мы могли покупать все по нулям, но вот этот можно без вложений купить бонусный, что я и сделала. Это инвест-планы, и рано или поздно следовало это ожидать, так как это инвестиции, и они долго не живут. Но, тем не менее, администрация, друзья, оставила баланс, не обнулился, как был, так и есть. Только вот инвестиционные планы, вот эти, он обнулил, перезапустил. И хотите покупайте, хотите нет, это уже ваше право. Значит, а остальное все он оставил, как прежде. Меня бы больше... Я этого ожидала, что произойдет. Вот, рано или поздно. Но меня больше бы огорчило, если бы он обнулил баланс. Если бы вот здесь я делаю апгрейды, когда мы здесь собираем, у нас здесь 100%. Здесь я увеличиваю. Вот у меня сейчас 105%. И я увеличила вот эти свои просмотры серфинга. Он увеличивается. Вот. Минималка, если вот сюда мы нажмем апгрейд кликов, 100 монеток. И каждые 100 монеток приносит нам 1%. И я вот уже вложила 500 монеток, и вот у меня 105%. Вот. Даже сейчас я вам покажу. Можно из заработанных денежных средств, вот здесь обмен есть, у меня позволяет баланс. И я сейчас переведу минимум перевода здесь от 100 монет. 150 монет, 165. Я перевожу. Так. И вот у меня стало 224. Видите, на рекламном балансе. Теперь я иду на просмотр. Я могу еще на 2% увеличить. Вот 200. Плюс 2%. У меня сейчас 105. Сейчас я сделаю, кликну upgrade. У меня будет 107. Кликаю. И у меня 107%. Сейчас обновим страничку. Вот. И мои клики увеличились. Вот это, да, меня бы больше, конечно же, если бы вот этого все он обнулил, это меня, конечно же, огорчило бы. Но, тем не менее, все он оставил на местах. Ну, а инвест – это инвест. Это надо понимать. Это риск. Но я ничего в итоге не потеряла. Вот. Можно выводить как в долларах, так и в рублях. Минимум отсюда 100 коинов. Это равно 1 рублю. Вот. Выводить я пока ничего не собираюсь. Вот здесь Payr USD, Payr рубли. Также можно на Perfect Money в долларах минимум 120 коинов. И на Faucet Pay 120 коинов. Также в биткоинах это можно выводить. Они конвертируются сразу. Вот. Это у меня вот сейчас 4. 14 рублей, если конвертировать, 12 копеек. Ну, вот, так. Но, в принципе, это все. Также не забываем, что есть ежедневный бонус. Можно кликнуть по баннеру, опять возвратиться и получить ежедневный бонус. Вот мне одну монетку дали. Вот. Ну, и во вкладочке «Мои рефералы» находится... реферальная ссылочка, баннеры. Ну, в принципе, как-то так.
Ну, в персональном сеттинге не забываем прописывать платежные реквизиты. Вот такая вот у меня информация. Кому интересно, присоединяемся. Кому не интересно, не присоединяемся. Хотим работаем, хотим нет. Это дело лично каждого. Это интернет. И никто никого не принуждает. Всем удачи, до новых встреч!